Здравствуйте! В эфире программа «Простые вопросы». Сегодня на них отвечает арбитражный управляющий Юрий Ерошкин. И говорим о банкротстве. Кому оно грозит, а кому во благо. Здравствуйте, Юрий Владимирович. Да, здравствуйте. 7 января закончился мораторий на банкротство. И это значит, что на должников могут подавать иски в суды. Итак, да, как много вообще у нас теперь уже таких дел? Немного уточнений небольшие. Да. Во-первых, мораторий у нас распространялся только на юридические лица, да, и предпринимателей. На граждан и физических лиц мораторий не распространялся. Не распространялся. Да. Угу. 7-го, да, прекратил, все же свое действие мораторий. Угу. Все ожидали, что его очередной раз продлят. И уже один раз продлевали в октябре, наверное, месяце, да? Где-то так. Вот. Ну, не продлили. Не продлили, ну, пока я так вот смотрю, по крайней мере, по Мордовии, не наблюдается у нас вала банкротства именно той категории, на которую распространялся этот мораторий. Он у нас на что? На распространялся, на, насколько я помню, на гостиничный бизнес, туристические услуги. Индивидуальные предприниматели могли сами подать заявление. Ну, они как бы, да, то есть там какая система распределялась все это? Был ресурс на сайте ФНС, и в соответствии от видов деятельности можно было забить свой вид деятельности и узнать, можно подпадаешь ты под этот мораторий или не подпадаешь. Вот. Ну, таких у нас компаний в Мордовии, ну, я не знаю, ну, вот у нас нашумевший только Мордовцемент был, он подпадал, да, крупные остальные, ну, в принципе, там, из сферы строительства, ну, как-то вот, не, по крайней мере, не вижу, чтобы вот с момента отмены этого моратория пошел вал банкротства. Но вообще эксперты предрекают, что вал как раз придется на осень 2021 года, зиму 2022. Смотря какие эксперты. Некоторые предрекали, что вал банкротств и граждан, и корпоративных банкротств именно наступит вот уже вот осень-начало марта 2021 года. Ну, в принципе, мне кажется, вот... не совсем так все происходит. У меня есть вот сейчас информация такая. Статистику за январь, июнь 2019 года сравнивать, и январь, июнь 2020 года, то банкротство граждан прибавилось где-то наполовину, на 47%. Средняя цифра по России. Да, прибавилось. А вот банкротство юрлиц, организаций, наоборот, убавилось, минус 26%. Это средний показатель по России. Это, наверное, все-таки связано с мораторием. С мораторием. Вот такие вот как бы цифры. Ну, вообще, конечно, говорят, количество банкротств, и в частности не юридических лиц, а отдельных граждан, оно растет с 2015 года, да, как был принят этот закон. И, в общем-то, люди о нем узнают и начинают пользоваться. Ну, не все так однозначно, не всем же подходит банкротство. Кому оно подходит, и вообще какие изменения произошли в этой процедуре в 2021 году? Ну, в 21-м, с конца, если вопрос отвечать, особо никаких изменений не произошло. В 20-м году сделали так называемую внесудебную процедуру банкротства. Они на ней чуть остановились, чуть попозже. Если говорить с начала действия закона, да, как бы с каждым годом поток желающих пройти процедуру банкротства среди граждан, он растет. Он растет, причем достаточно серьезно. Ввиду того, что у нас все-таки нестабильная экономическая ситуация, опять же, коронавирус, эпидемия коронавируса внесла свои коррективы, так скажем, в финансовое благосостояние, благополучие граждан. Некоторые лишились работы, ну, соответственно, у многих взяты кредиты, в том числе ипотечные кредиты. И у многих граждан они просто вынуждены, это вынужденная мера, так как ну, они просто не могут платить все то кредитное бремя, которое у них скопилось за это время, ввиду того, что у них упал доход или вообще его нет. Разные могут быть причины. Вот, и поэтому как бы, вот, поток граждан растет. Также вот, если говорим о внесудебном банкротстве, которое было у нас в 2020 году введено, как раз позиционировалось это внесудебное банкротство как такая некая антикризисная мера. Ну, должен вам сказать, что под это внесудебное банкротство попадает очень ограниченное количество граждан. Кто они? Ну, очень. Это, я не знаю, должны быть граждане, как говорится, ни родины, ни флага. Ни имущества, ни дохода, никакого, задолженность не более 500 тысяч, то есть, ну, все. То есть, тот же самый пенсионер не может пройти процедуру, так как у него есть имущество в виде дохода, именно пенсии. Он уже туда не подпадает.
Вот. То есть это такой некий гражданин. Ну, то есть это бомжем, что ли, надо быть, ну, получается? Ну, не бомжем, ну, да, наверное, как-то вот, вот приблизительно так. То есть ни, никакого имущества не иметь, ну, ничего не иметь. Ну, если есть однокомнатная квартира. Ну, если есть однокомнатная квартира, да, единственное жилье у нас не изымается. Если трехкомнатная квартира. Ну, если трехкомнатная тоже квартира. Я скажу вам больше, и практика, даже если есть дворец, и то может, могут признать единственным жильем, и на него будет распространяться такой некий иммунитет. Не некий, а иммунитет и единственного жилья. Ну, практика неоднозначна. Есть у нас в России попытки все-таки таких должников, у которых, которые банкроты, но в то же время проживают на жилой площади в 1000 и больше квадратов, как-то их, так скажем, переселить в жилье, которое отвечает социальным нормам, да, там 4 человека, там, насколько Мордовии, по-моему, 17 квадратов считается норма на человек, ну вот на 100 квадратов их переселить. Ну, пока такие попытки, это по России практика. Ну, со скрипом идут. Ну, нет такой нормы, что да, единственное жилье, да, 1000 квадратов, но, извините, оно единственное. А вот внесудебные банкротства, я говорю, это, в принципе, ну, я не знаю, набрать надо где-то микрофинансовых каких-то организациях небольших кредитов или там, ну, до 500 тысяч общей сложности. Не иметь никакого дохода официального, иметь на руках, опять же, документ от исполнительного, от служб судебных приставов об окончании исполнительного производства, подтверждающий, что нет никакого имущества. Mm-hmm. И только с этим потом идти в МФЦ. Вот статистикой такой вот я не обладаю, но, по-моему, это не очень большая категория подпала под действие этого закона. Тогда другая категория, которая уже не пользуется, да, этой возможностью вне судебного банкротства, а просто, да, судебного банкротства уже так будем, да, говорить. Судебное, да? Банкротство. Судебное, да. Банкротство. Вот как много людей проходят эту процедуру, ну какой возьмем период, да, может быть последние полгодия 2020 года. Ну вот я вам приведу данные, которые у нас опубликованы на сайте Арбитражного суда Республики Мордовия. Вот в 2020 году всего было дел возбуждено о банкротстве и граждан и юридических лиц 145. В 2020 году прекращено дел, там по количеству нет, но по суммам есть статистика. По суммам по гражданам прекращено дел о банкротстве, завершено дело о банкротстве. Они как бы завершились, логически завершились, списан долги более чем на 3,5 миллиарда, 3,6 миллиарда. Это по гражданам. Если про индивидуальных предпринимателей говорим, то только там где-то 300 с небольшим миллионов. По юрлицам, которые также были завершены процедуры, это где-то 1,8 миллиарда рублей. То есть, если посмотреть вот эти вот цифры, то, в принципе, основная масса у нас все-таки граждан идет. И даже вот, то есть, я уже говорил, как бы открыть сайт арбитражного суда, вот система КАД-арбитр, посмотреть просто по банкротным делам, кто сейчас вот на данный момент подает заявление, то где-то, ну, наверное, процентов, ну, по моим, как бы, я не подсчитывал специально, чисто по ощущениям, где-то, ну, процентов 90 это точно граждане. Какие суммы они должны? Ой, вы знаете, вот это вот, ну, на самом деле очень даже смешно, тут некоторые звонят с 50 тысячами. Так. Да. Ну, они действительно их могут признать банкротами, или у них такая действительно патовая ситуация? Теоретически, да. А так, общие правила, это 500, задолженность 500 тысяч. Просрочек платежа более 3 месяцев. Это общие правила. Вот. Но есть исключения, могут признать банкротом, если у нас должник докажет, то есть гражданин докажет, что у него нет возможности погасить те же самые, пускай, 300 тысяч. И в этом случае могут признать банкротом тоже. Как бы в суде пройти процедуру. Но, как правило, это вот 500 тысяч, не менее 500 тысяч и просрочка платежа. Если эти условия есть, то, в принципе, у нас гражданин подпадает под признаки банкрота, пишет заявление, обращается с заявлением в суд и как бы проходит процедуру. Вот. Ну, как бы, есть у нас должники, которые, так скажем, на самом деле жизнь вынудила, а есть те, которые просто, ну, не хотят платить. Ну вот я хотела спросить, а вообще чем грешат? А набирают какие-то потребительские кредиты, микрозаймы? Или вот куда, знаете, в какие долги входят? Очень разных историй очень много. Ну, я не знаю, не буду говорить, какие фамилии, но есть такие, как бы, люди, которые, ну, набрали микрофинансов в кредитов, ну, какие-то посторонние лица на них оформили кредиты, они на себя их, ну, это, там, на сотни миллионов.
То есть посторонние лица оформляют на них кредит? Да, да, да. А сама она работает уборщицей, там ничего не знает, там как бы ей там сколько денег заплатили, небольшую сумму, ввели в заблуждение, да, там получила, ну, довольные. Но это чистое мошенничество. Ну, это чистое мошенничество, да. Но его трудно доказать, наверное, кто ее заставлял идти брать эти кредиты. Есть такие случаи. Есть те, которые, ну, есть деньги, но они просто не хотят платить. Ну, не хотим. Да, вывели активы как-то, вот у меня ничего нет, все, у меня ничего и не было. Где деньги, да, взял кредит, где деньги, ну, не знаю, где деньги. Вот я пропил, в карты проиграл, отдохнул. Угу. Есть и такие. Но большинство, как бы, большинство, конечно, те, которые попали в сложную жизненную ситуацию, которые, в принципе, уже не могут тянуть и платить кредиты. Напомните, как долго длится процедура банкротства? И вот вы сказали, некоторые хотят даже обанкротиться с задолженностью 50 тысяч. А в целом-то сколько надо заплатить за всю эту процедуру, чтобы с тебя сняли все в итоге долги? Это же тоже не бесплатно. Ну, это не бесплатно. Если мы говорим официально, неофициально, так скажем, сейчас управляющему платится 25 тысяч за процедуру. Как правило, их две. Ну и где-то еще 1015-20 уходит на расходы. Это публикации, почтовые расходы. Даже, наверное, может, 30 тысяч еще где-то уходит на расходы. А это вот как бы те суммы, которые это получает арбитражный управляющий. Но на деле мы имеем место, так скажем, с организованным, там, так скажем, таким маркетингом, с привлечением клиентов через юридические фирмы, которые предлагают свои услуги. То есть, как правило, человек к ним обращается, он платит гораздо больше. Ну, где-то у нас, наверное, в общей сложности вот 1040-80 это управляющему, и где-то там такую же сумму, может быть, поменьше. Это, так скажем, берут себе юридические фирмы, которые пишут заявление, помогают со сбором документов, подбирают арбитражного управляющего, договариваются с ним. Ну, средний ценник где-то у нас в Саранске, все вместе со услугами юридических компаний и управляющих, ну, наверное, 1120 вот, от 120 тысяч, где-то вот в этих пределах. Ну, может быть, там, как колебаться, где-то там 150, где-то... Ну, тоже не дешевое удовольствие, да, стать банкротом. Надо найти деньги, да, чтобы... Ну, вы понимаете, как бы... да, это как бы не дешевое удовольствие, но, с другой стороны, рисков очень много. Управляющий, в принципе, на данный момент арбитражный управляющий, самая, наверное, рисковая профессия у нас сейчас в России. Почему? Да потому что, я не знаю, ну, у меня такое ощущение, что в России, наверное, двое врагов – это пьяные водители и арбитражные управляющие. Каким образом вы становитесь врагом, ну, для людей, которых, казалось бы, хотите вытащить из долговой ямы? Ну, почему для них сразу? У этих не людей есть кредиторы. Так. То есть вы становитесь врагом именно для кредиторов? Не обязательно, нет. Надо вот соблюдать очень четкую такую, стараться соблюдать нейтралитет. Чтобы, как бы сказать, арбитражный управляющий у нас должен действовать в интересах должника, кредитора, общества, кредиторов, общества, государства. Вот. Ну, как бы стараться этот нейтралитет все-таки соблюдать. Ну, не всем нравится. Некоторые считают, что управляющий лоббирует интерес кредиторов, некоторые считают, что интересы должника, всевозможные жалобы. Ну и как бы две жалобы, третья уже дисквалификация. Минэкономразвитие запускает маркетплейс с имуществом банкротов. Вот что это такое будет, когда введут уже, да, в активные действия? Ну, и... что такое маркетплейс? Это некое подобие магазина, интернет-магазина. Интернет-магазин. Где, да, своего рода, чем он отличается, что там много как бы вариантов, которые могут тебе предложить, именно по группам, по продажам имущества должников. Я так это понял. Да, ну вот. Но... это станет проще от этого самим должникам банкротам? Да нет. Понимаете, те, кто занимается, профессионально занимается участием в торгах, в том числе и в банкротных торгах, они эту информацию могут найти и вот на данный момент. Вся информация о банкротстве публикуется на ресурсе, интернет-ресурсе, и ФРСБ, это единый федеральный ресурс сведений по банкротству, в том числе и по торгам. Вся информация, вся абсолютно там находится. Ну, не знаю, посмотрим. Минэкономразвитие, я так понимаю, они в рамках поправок закона о банкротстве хотят сделать вот это. Но там это только часть, там, а большой объем поправок.
Насколько я помню, в конце года администрация президента завернула этот законопроект. Он достаточно масштабный, большой. Как дальше будет развиваться ситуация? Ну, то, чтобы они сделали вот эту площадку, где в одном месте будет скапливаться, аккумулироваться все публикации о торгах банкротов, удобнее будет, наверное, да. Удобнее будет потенциальным покупателям. Ну и все. Опять же, вопрос не где продавать, вопрос за сколько продавать. Понятно, все это будет еще дальше разрабатываться. Да, да, да. Ну и подводя итог, что бы вы сказали, все-таки для кого банкротство – это спасение, а кому лучше не вступать вообще в эту процедуру? Ну, много факторов. Ну, например, я не знаю, есть такие, у которых, я не знаю, там долг 1 000 000, да, и квартира в ипотеке, которая стоит 3. Я им говорю, вам не нужен этот банкротство. Надо сопоставлять размер своих активов, своих обязательств. Зачем вам банкротить, вы потеряете квартиру? Можете потерять квартиру. Вам надо как-то решать вопрос о реструктуризации этого долга. Разговаривать с банком, что вам этот 1 000 000 реструктуризировали. Ни в коем случае в банкротство не идти. Опять же, есть такие организации и граждане, где накануне все активы выведены. Вы уйдете в банкротство, не знаю, там субсидиарная ответственность. Это вплоть до уголовных дел. Если когда вы все, не знаю, распродал перед банкротством гражданин все свое имущество, пошел на банкротство, но эти сделки могут быть оспорены, лишние проблемы. Надо все взвешивать, все индивидуально, все смотреть в индивидуальном порядке. Какого-то единого такого рецепта для всех, вот тебе нужно, а тебе не нужно, нет такого. Да, есть, естественно, если у человека ничего нет и ничего не было, и кроме долгов, то да, ему, конечно же, есть. Это нужно идти. Терять ему нечего. Терять нечего, да. Спасибо вам большое. И я напоминаю, что гость программы «Простые вопросы» Юрий Ерошкин, арбитражный управляющий, говорили о банкротстве и как не попасть в эту процедуру. Всем здоровья, всего доброго и до встречи в эфире. До свидания. До свидания.